Всем всем доброго вечера. Доброго наидобрейшего. Ай, зигуся у нас, как обычно, спряталась. Зайка, ты что тут зайка там с соболем рычат? Крысуленька рядом. Да. Ой, ну этот пришел, говорит, гладь меня, мамка, гладь. Надо на ночь меня нагладить, нацеловать, наобнимать, да? И этот тоже ласковый пес. Ласковый-приласковый. А девчонкам так гусик понравился. Лялюшка его сделала себе как подушечку такую мягенькую, да? Очень мягенькая подушечка получилась. Удобненько, да, лялюшки? Вот, скажи, да, и так вот можно развалиться. Скажи, тепло, мягко и уютно. Тут милосик. Всем спокойной ночки ушками желает. И рододулька, красивая мордулька. А где у нас Фионка, интересно? Ушла куда-то такая деловая колбаса. Никто не видел феюшку. Шлихунька меня шкаблит, говорит, мамка, гладь меня сильнее. Сильнее всех меня гладь, да? Что ты здесь такой ревнивец наш парень? На соболя порыкивает. Ну а как это, соболь же тоже хороший человек. Его тоже нужно погладить. Что уж ты-то? Я тебе и так много внимания уделяю. Колесенькому такому, а? Вот он, серьезный парень. Ай, рядатка так легла. Прям красотка, красотка, красотка. Всем желает спокойной ночи. Вот так потянуться, да. И вот так вот, и вот так. Ай, ну, а это просто умиление. Маленькое загляденье. Да, все, в плену Морфея уже. Все спят, все. И мы всем желаем спокойной ночи. Самых добрых снов. Да, и всего самого-самого лучшего. Да, ой, как мяукнула всем на прощание.